Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Передо мной призеры чемпионата России по легкоатлетическому многоборью, по семиборью. Это кто у нас? Виктория Васейкина. Она у нас сегодня выиграла и чемпионат, и молодежное первенство России. Это Мария Павлова. Какое вы сегодня место заняли, Мария? Третье и второе по молодежи. И это вернувшаяся с новым затором после рождения ребенка Александра Путвина. Правильно сказал, да? Ну как, что можете сказать про тазом в сегодняшних соревнованиях? Кто начнет? Я выиграла. Первый день у меня не очень задался, конечно. Но на второй я собралась, проявила весь свой характер. Так же, как на 800 метров девочки со мной поборолись. Спасибо большое. Так, Александр, во второй место заняли. Довольны, что вернулись? Просто не повезло немного с погодой, у всех что-то не получилось. Все боролись до конца, у всех настроение ни у кого не падало, даже если что-то не получалось. Боролись до конца, спасибо за борьбу. Вы довольны, что вернулись? Все-таки вернулись к девчонкам? Конечно, довольны. Счастье. И снова медаль? Да. Снова медаль. Пам, какая уже медаль, не будем считать, как вы ее. Да, давайте. Не будем считать, сколько, да? Мария, вы тоже вернулись, только у вас была другая причина, у вас была травма, вы немножко были не в форме, но сейчас чувствуете, восстанавливаетесь или пока еще нет? Самый, наверное, мой тяжелый старт был, зиму я пропустила, какие-то болячки мешали. Но, в принципе, я довольна с такой подготовкой, девочки мне ставили хорошую конкуренцию, они прям моя семья. Ну, реально так и есть, наверное, мы все хорошо общаемся, дружим, переписываемся, поэтому девочки заслужили, они молодцы. Я тоже довольна, конечно, какие-то виды не такое, видите, яркое солнце к концу дня, вчера был дождь целый день, да, а сегодня яркое солнце. Но это, может, хороший знак, что яркое солнце. Может быть, это... Мы как выходили на беговые виды, у нас дождь. Вот 800... А сейчас, видите, яркое солнце. Вы знаете, мне кажется, это добрый знак, это хороший знак, что пора всем нашим легкоатлетам вернуться на мировой арене. Давайте вот сегодня такое, предсказание сделаем. Мне кажется, до Олимпиады 2020 все российские легкоатлеты вернутся... кроме, может, малого количества атлетов, основная масса вернется на мировые арены. Я вот такую даю сегодня прогноз. Мы хотим уже бороться с внешним. Желаем всем, чтобы все получилось. Всем удачи, так держать, спасибо, все получится. Спасибо вам большое, молодцы.